С трезву выполняй пьяные обещания. Научишься держать язык за зубами. Хемингуэй сказал. Он самый. Он сказал это мне. Тебе обязательно завтра в Канаду? Для подкаста. Работа такая. Я путешествую и беру интервью у необычных и интересных людей. Берегитесь, чудаки в Канаде! Скиталец Уоллес идет по вашу душу на Великий Белый Север. Здравствуйте. Пишет вам старик, который всю свою долгую жизнь провел в море. Я не желаю остаток дней провести отшельником, ведь я пережил великое множество приключений. Хочу, чтобы мир узнал о них. Далеко отсюда, Байфрост? Где это часа два? Где это два часа пути? Ненавижу пиндосов. Вечер добрый. Рад знакомству. Не желаете ли чашку чая? Лодка утонула, а дальше? Я был один. Меня сковал ужас, когда я понял, что рядом в воде кто-то есть. Морж спас вам жизнь? Моржи разумнее любого человека, что я встречал. Включая присутствующих. Спасибо. Пожалуйста. Вы... Ну-ну. Все хорошо, мистер Бивень. Он 3 дня не звонил. Я волнуюсь. Уоллес! За что вы так со мной? Так со мной? Слезы? Снова хочешь стать человечком? Что за дурь? Так со мной? Ну кто захочет быть таким убожеством? Мне так страшно. Он конченый псих. Хочет сделать из меня животное. Я не хочу умереть в Канаде.